Азербайджанцы действительно нарушили перемирие, и наши сказали, что они отступили обратно после того, как мы с ними поговорили. И они официально заявили, что никуда они не уходили, они этого не сделали, занятых территорий. Так что вот эта вот политика, так сказать, агрессия со стороны сателлитов американцев и, так сказать, в данном случае Турции, со стороны турецких прокси, которые мы называем государством, это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это жестко и однозначно, зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Она не нужна, а она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело. Если мы этого не сделаем, нас не будет, понимаете? Вопрос стоит только так. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я приношу самые искренние извинения людям всех национальностей, далеко не только азербайджанцев, которые почувствовали себя испуганными, оскорбленными и растерянными, либо испытали иные негативные эмоции после моих слов. Разумеется, мое высказывание не имеет ни малейшего отношения к позиции или мнению государственной власти Российской Федерации, и тем более партии, рядовым членом которой я являюсь. Это не более чем мое личное национальное мнение. Еще раз приношу извинения всем невинным людям, которых я задел в стрелах. Ну, понимаю, что для вас это не будет утешением. Birinci bir parka tapılır, sonra bu tapıldı. Sonra da onun bir tane kellesinin yarısıydı, at sene sümüydü, bir tane kula tapıldı.